проведем маленькую экскурсию от универмага Крестовского, это вдоль проспекта Мира, до того места, где была Рижский радиорынок или ярмарка. Трудно сказать, какое он имеет официальное название. Еще написано на нем, что это ярмарка. В общем, он закрыли его с год назад, типа на ремонт, но ремонта там нет. Очень жалко, что такой рынок отсутствует в этом месте. Хочется ездить дальше. Торговый комплекс Крестовский. Рижский радиорынок. Превращенный в долгострой очередной. О, а здесь что-то начали делать. Тут раньше был такой навесик под забором, да. А здесь будут делать, наверное, площадку какую-то. Тротуар нормальный. Вокруг работа ведется. Внутри, не знаю, наверное, нет. Как-то все. О, ярмарка. Теле, видео, аудио и так далее. Покрасили в свежий желтый цвет. Может, ее еще больше сделают? Да, это было бы неплохо, если сделают. О, ну а там дальше же Крестовский мост. Там Рижский рынок прям, Рижский вокзал на стороне, голубой. Пока солнце за тучу, можно снимать. Обстановка. Это хорошо, что тут все строится, улучшается. Вот, бывает, лишь бы польза от этого людям была. Вот. Не только тем, кто всем этим занимается. Долгострой, в частности.